Добро пожаловать, друзья! С вами снова Лига Мифов. Если вам понравится эпизод, не забывайте ставить пальцы вверх. Давайте перейдем к первому мифу. Могут ли клоны чемпионов обезвредить тоннели Рек'Сай? И начнем мы этот миф с проверки Леблан и ее клона. Когда от Рек'Сай срабатывает пассивное умение, я встаю клоном на ее тоннель, и вы можете видеть, что клон и вправду его разрушает. Но мне нужно еще и обмануть противника, чтобы он об этом не знал. Здесь у нас Вуконг со своей обманкой, и происходит все то же самое. Когда я отпрыгиваю подальше, клон самостоятельно разрушает тоннель. И последнее, но не менее важное, Шака со своей ультой также разрушает тоннель. Второй миф нам пришел прямиком из Реддита. Как взаимодействует Ешка Райза, волшебный поток, с Мураманой? Во-первых, нужно знать, что Мурамана активируется, когда цель получает урон от автоатаки или целевого умения. Для примера хорошо подходит Кьюшка Эзриэля, мистический выстрел. Однако Ешка Райза, волшебный поток, попадает по нескольким целям. Но оказывается, что при использовании этого умения на первую цель оно считается целевым, а вторичные эффекты при попадании на другие цели также считаются целевыми умениями. Так что мы получаем, совместив все эти умения? Ешка Райза, волшебный поток, активирует Мураману несколько раз, нанося при этом безумный урон. В следующем мифе нас спрашивают, как взаимодействует ульта Джарвана с умением путешествия Барда? Как это обычно и происходит с мифами про Барда, мы получили несколько результатов. Сначала мы проверили, будет ли Джарван подбрасывать противника. И как вы можете видеть, он попадает по Барду, но не подбрасывает его и даже не выбивает из путешествия. Однако после нескольких попыток мы поняли, что чтобы подбросить его, нужно попасть ровно в середину путешествия. Но у нас есть еще и ульта Джарвана, что тоже приводит к странным итогам. Здесь вы видите, что Бард почти долетел до конца, и когда Джарван ультует, то не может остановить Барда, хотя тот получает урон. Хотя это могло быть из-за того, что стена в том месте была слишком толстой. Потому что в этом примере Джарван использует свою ульту в начале путешествия, где стена гораздо тоньше. И поэтому ульта выбивает его из путешествия и останавливает. В четвертом мифе спрашивают, можно ли использовать Омрекер с пассивным умением создания башен Азира? Для тех, кто не представляет, что это за предмет. У него есть активное умение, от которого ближайшие башни не могут атаковать несколько секунд. И вопрос состоит в том, будет ли это работать с самодельными башнями Азира. И когда вражеский Тимо использует Омрекер, то он в самом деле работает на башне Азира, из-за чего она не атакует. Очень помогает против пассивного умения Азира. И последний миф в этом выпуске. Может ли Катарина использовать фонарь Трэша, чтобы активировать эхо Людена? Я видел это в одном из недавних роликов, и я подумал, что это баг, но решил самостоятельно проверить. Это оказалось довольно интересным, потому что я никогда не думал, что такое возможно. Если использовать Шунпо Катарины на фонарь Трэша при 100 зарядах Эхо Людена, готовых к применению, то Шунпо посчитается использованным умением и активирует Эхо Людена. И это также работает с другой стороны, когда Трэш находится в союзной команде, а не во вражеской. При 100 зарядах Эхо Людена, а также Дариусом и миньонами с другой стороны, я использую Шунпо на фонарь. И бам, вы видите, что Эхо не срабатывает. Похоже, это срабатывает только со вражеским фонарем Трэша. Потому что он считается как определенный объект, или чемпион, что позволяет ему активировать эхо. На этом эпизод заканчивается. Спасибо за просмотр и увидимся в следующем выпуске. Переведено и озвучено командой XDelayed. Ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на наши каналы на YouTube, Twitter и паблик ВКонтакте.